Привет всем пряморуким пацанам. Хочу показать, где находится клапан EGR в двигателе Subaru FB25B. Просто много было видосов насчет этого двигателя, и как-то невнятно они показывали. Вот. Он находится с левой стороны. Вот он на двух болтах. Я их уже открутил. В оригинале, конечно, блин, чтобы легче было снять, надо паука откручивать. Вот. Ну, в принципе, с помощью кардана я его открутил. Вот. Тут у него фишка стоит, вот она. И вот он сам клапан. Сейчас я его вытащу. Виднее было. Вот так вытягивается вверх. Оп, подняли. И все. Вот он сам клапан. Я его уже почистил, он был. В нагаре в конкретном. Вот. Можно снять вот эту коробку, но в принципе нет особого смысла. Его можно просто клапан поднять с помощью отвертки. Сейчас покажу. Там есть пимпочка. О, маленькая там внутри. Ее цепляешь, и клапан поднимается. И все. Чистишь от нагара его. Я он.